Приветствую всех, с вами Михаил, и у нас сегодня очень необычный и, можно сказать, исторический обзор. И сейчас вы поймете, почему. Здравствуйте. Перед вами наушники Monster Beats by Dr. Dre. Это наушники с активной системой шумоподавления, разработанные компанией Monster. Компания Monster известна своим профессиональным звуковым оборудованием. Кроме того, к данным наушникам приложил свою... Ребята, посмотрите на дату публикации этого видео. И голос, я думаю, что мы все-таки его узнали. Хотя это голос Рейджа Михаила 8-летней давности. Ну так, к слову, 10 апреля 2011 года. А на моем канале 6 лет назад было залито первое видео по Battlefield. Ну, чтобы было просто понятно. Комментарии тут вообще замечательные. Мне кажется, что тут просто подставили голос. По голосу лет 17-22, а вот руки лет на 13, мне кажется. Вот я 2 года назад случайно наткнулся на это видео, ему ответил. Ну так, поржать. Комментарии. Просто не оригинал. Фейк, фейк, фейк. Реплика, не оригинал. Бла-бла-бла. Вот тут замечательный человек пишет, говорит, а тебе знакомы такие понятия, как АЧХ, импеданс и нелинейные искажения, или ты только на бренд и дизайн смотришь? Очень-очень забавные комментарии. Я оставлю ссылку на это видео, если хотите, потом посмотрите полный обзор. Это мой первый обзор наушников, который был снят 8 лет назад. Ну и вот можете комментарии тоже почитать, поржать. А мы возвращаемся в 2000, практически уже 19-й год. Ну что, удивлены? Я думаю, что вы теперь понимаете, почему на моем канале появляются обзоры различных наушников. Я уже давно всем этим делом увлечен. И да, прежде чем мы приступим непосредственно к обзору, я хочу ответить своим замечательным зрителям, которые отписались в том ролике. Такой интерактивчик. Вот. Вот это вот детская рука. 20 сантиметров так. И 10 сантиметров так. Детские ручки, говорите, да? Но непосредственно переступаем к мега-обзору. Эти наушники я купил много лет назад. Так не должно быть. Вот на это посмотрите, они уже просто разваливаются. Вот, внимательно посмотрите на состояние амбушюр. В этих наушниках я отходил много лет, я ездил в метро, на работу, в общем, в любых метеоусловиях. В общем, эти наушники пережили очень-очень много всего, как вы видите. Они уже потрескавшиеся, вот смотрите, трещина. Короче, я думаю, что вы прекрасно понимаете, что это не какой-нибудь заказной продажный обзор, где я буду расхваливать битсы. Этими наушниками я владею уже очень давно. И у меня появилась идея сравнить оригинальные битсы, а не то, что писали там в комментариях, типа фейк. Оригинальные битсы, которые приехали в Россию, одни из первых. Вообще, как бы первая поставка была в Dr. Head. Именно там я их взял много лет назад. Вот с такой, да, вот, кстати, вот этот мусор, это понасыпалось с амбушюр. Вот будем сравнивать с вот этой вот непонятной китайской подделкой битсов. Битсов это китайские поддельные битсы. Уже послушайте их. Какой ужас, боже мой. Какой кошмар. Здесь, конечно, тоже гремят. Ну, не так сильно. Да, даже с учетом того, что они старые, просто ужасно. Они не так... Боже мой, это надо убрать. Это надо убрать. Они не так гремят, как китайский ужас под названием битсы. Но, если очень кратко, ну, это просто жуткая пластиковая какашка. Мы сейчас обязательно их, естественно, послушаем на нашем замечательном Деннисе. Ну, я их уже давно не слушаю, эти наушники, но, в общем, раньше постоянно пользовался. И вот та самая коробочка, которую
вы видели в том видео. Вот оно. Не буду открывать, в общем, анбоксинг. Если хотите, можете посмотреть в том видео. Ссылочку на него я оставлю в описании этого видео. Вот так вот сквозь года, как говорится. Давайте самому интересному. Давайте их послушаем, померяем их очиха и узнаем, как звучат китайские, как звучат оригинальные битсы, которые приехали еще до того, как их начали подделывать. Façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi. Toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton. À nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemble. À moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi. Где нас нет, горит невиданный рассвет, где нас нет, море и рубиновый закат, где нас нет, лес как малахитовый браслет, где нас нет, на лебединых островах, где нас нет, возле меня и на лебединых. Вымышленный город, вымышленный золотом во сне. Я вижу дали иноземные, где милосердие правит, где берега кисельные. Ничего не видел, а он весь в отца, из него ничего не выйдет. Кто же не знает, у всему двору сосало. Это что такое? Руки, я кому сказала? Марш, детский сад, дружный класс, дважды два, раз на раз, баш на башню засал мне пацан. Только глянь на себя, тут фингал, там синяк, хулиган стыдоба. Других чудес не бывает. С нею да без шансов, он же пугалище с виду. Хули ты все умничаешь, сука, ты чё, пидор? На, сделай пару тяг, стены полетят же. Пятьи пиздят, скажите взял, но перекосят строгача. Как вышел и каждое лето квасит. Сожалеем, но у нас все так же нет вакансий. Как ты был неблагодарен. Горит невидимый.
неожиданный рассвет, где нас нет. Море и рубиновый закат, где нас нет. Лес, как малахитовый браслет, где нас нет. На лебединых островах, где нас нет. Кто вот там во тьме? Я вижу дали иноземные, где милосердие правит, где берега кисельные. Ты ж моя принцесса, ваша цель... Ну что ж, теперь давайте посмотрим на амплитудно-частотную характеристику. Белая линия – это идеальная ЧХ, зеленая линия – это оригинальные битсы, красная линия – это фейковые битсы. И мы сразу видим, что у фейковых битсов полностью отсутствует саббас, вот этот приятный, заполняющий, дающий объем бас на фейковых битсах отсутствует. А вот у оригинала, посмотрите, вплоть до где-то 300 Гц очень все ровно. Посмотрите, вот оригинал, а вот битсы оригинальные – насколько все круто, очень ровненько и хорошо, басы, ну, практически идеальные. Дальше, в серединке все немножко плавает и у тех, и у других наушников. Не сказать, что очень сильно, терпимо, ну, в общем, не очень хорошо, но терпимо. Дальше у оригиналов имеется вот такой вот горбик и два вот этих горбика. Мы сейчас к ним вернемся. У фейков имеется вот эта вот яма. И вы сейчас за эту яму мне поставите лайк, потому что наверняка вы тоже отметили, что фейковые битсы звучат очень глухо, прям неприятно, как из бочки. Вот, я вам показываю. Именно из-за этой ямы случается этот самый эффект. Просто потому, что те инструменты, те голоса, которые расположены в этом диапазоне частот, они звучат намного тише, чем должны звучать. И мы слышим яму. Вот это самое глухое звучание. Дальше. Высокие частоты немножко задраны, как вы видите, у оригинальных битсов. И сейчас я вам расскажу уже не факт, как здесь, это вот факт, а это теория. Как мне кажется, с учетом того, что эти наушники разрабатывались для телефонов, для прослушивания MP3, для телефонов, которые были в то время, когда эти наушники покупались, это много лет назад, они имели массу несовершенств, и сами телефоны, и сам формат MP3 имеет несовершенство, и там идут потери по высоким частотам, как правило. И вот здесь вот, с помощью вот этих горбиков, разработчики это учли и выровняли. То есть, когда они у нас при формате MP3 и при телефоне просядут, здесь будет все не так плохо. И, соответственно, я, когда вам давал послушать эти записи, я это все записывал с оригинального файла, с очень высококачественного, и прослушивание было на высококачественной дорогой технике, а не на телефоне. И поэтому эти частоты оказались слишком такими, ну, вот ярко звучащими. На телефоне, когда я их слушаю, их нет. Поэтому, мне кажется, если это не совпадение, а может быть это даже не совпадение, ну, очень круто, что разработчики оригинальных битсов учли даже такой момент, как вот звучание на телефонах и в формате MP3. Вот такие вот интересные истории про провал, про яму и про вот этот вот взлет, который компенсируется несовершенством техники, для которой предназначены эти наушники. По итогу, очень неплохая ЧХ у оригинальных битсов, хоть и далеко не идеальная, с неидеальным разрешением, она плавает. Детальность тоже у этих наушников далеко не идеальная, но в целом они звучат весьма и весьма недурно. В отличие от вот этого кошмара, который творится у фейковых битсов. Вот такие вот интересные истории. Я надеюсь, что немножко вас просветил в теорию звука, ну и что-то интересное рассказал помимо обзора самих наушников. Ну что, вы слышали, как звучат китайские битсы, как звучат оригинальные. Надо их выключить, чтобы батарейка не садилась, авось еще сгодятся. Скажу честно, я их, конечно, убил за это время конкретно, вон они буквально разваливаются у меня в руках. Но это по-прежнему хорошо звучащие, хорошо выглядящие, если не учесть вот этот весь кошмар, наушники, которые в свое время стоили своих денег. А то, что сейчас продают под маркой Beats, ну, в общем, вот это вот китайская пластмассовая, жутко звучащая какашка, которая не имеет ничего общего с битсами. И весь хейт, который выпускают на эту фирму, он связан именно с тем, что люди под маркой оригинальных покупают себе вот такой вот жуткий китайский ужас. И делают неправильные выводы, думая, что покупают оригинальные, а потом плюются. Так что когда-то, может быть, я не знаю, может быть и сейчас уже выпускаются
битсы даже оригинальные не того качества, как были раньше. Но когда-то это были хорошие наушники. И вот что я хочу. Мораль сей басни такова, как говорится. Покупайте оригинальные. Не пытайтесь купить что-то мега дешево, а потом не удивляйтесь, почему это мега дешевое звучит как какашка. Ну а с вами был Михаил. Как обычно, подписывайтесь, если вы здесь впервые. Вас ждет еще множество интересных обзоров. Был рад с вами повидаться. Всем пока!